сегодняшний ролик про прицеп для мана. Масштаб тоже 1.14. Прицеп полностью тоже готовый. Контейнер, колпаки, подсветка, все рабочее. Штекера все для задних поворотников, габаритов и вот этих вот огней. Вот здесь все освещаться будет и вот здесь. Все горит, все моргает. Так. Прицеп сделан из полистирола. Контейнер сам. Это полистирол. Так. Не хочет он стоять. Укатывается он у меня сегодня. Хочет уже в рейс. Так, сейчас мы так подложим отвертку. Все. Сзади выглядит все вот так. Сделал еще дополнительный брызговик. Вот такой вот стрелочки. Плафоны, кстати, я еще не заменил. Все-таки, наверное, заменю я их на прозрачные, потому что эти печатные на принтере что-то мне не нравятся. Так они выглядят. Как-то нехорошо. Такие все они какие-то ребистые, они должны быть гладенькие. Сзади наклеечки. Фирма. Фирму просто из головы выдумал, наклеил и готов. Чтобы оставлять полностью такой вот, какой он есть, без наклеек, как-то было бы, наверное, некрасиво. А так белых таких акцентов добавил чуть-чуть, в общем. И вот такой вот прицепчик получился. Тир забили. Все, можно ехать за границу. Колпаки те же самые, что и на грузовике. Кто не видел, посмотрите. Запаска тоже покрашена в белый цвет. Все, как и на грузовике на самом. Прицеп, как вы знаете, он на подушках. Сзади, спереди подушки. Они рабочие. Подушки передние тоже рабочие. Наперед я не устанавливал крылья, потому что тут сложновато все с крыльями. Можно, конечно, маленькие, такие коротенькие установить, сюда посмотрим. Но в основном здесь сложновато, как-то все это крутится, и можно их оторвать. Но, по идее, красиво бы смотрелось, наверное, с крыльями. Вот такой вот прицепчик получился. Обязательно сниму полное видео с грузовиком, как это все смотрится вместе. В комплекте все, и потом посмотрим. Кстати, вот здесь я не стал красить, я просто наклеил сюда белую пленку, так как это металл. Как я крашу с баллончика, и там при малейшем касании краска отлетает, хоть и грунту не грунту. Это, по моему алюминий здесь или нержавейка, алюминий, кажется. А на алюминии очень плохо краска держится, поэтому, так как здесь будет постоянно что-то задевать, это не избежать, я решил наклеить просто пленочку. Кстати, получилось хорошо. Пленка держится. И красить не нужно. И никуда она не денется, не отлетит. Даже если что-то там задеть. Вот отвертка, да, вот. Можно бить сколько угодно, ничего не будет. А краска сразу отлетела. Вообще, пластик красится легко, а вот именно алюминий там уже проблематично. Даже вот этот прицеп выполнен, по-моему, из нержавейки. И красится он тоже намного легче, чем алюминий. Сколько у меня уже стоит, ничего нигде еще не отлетело. Хотя уже не раз где-то что-то задевалось. Но прицеп классный, очень копийный. Вот так он выглядит снизу. Проводка. Все я проводил, конечно же, сам. И все работает. Пружинки. Классно. Дышло не падает. Все. Все хорошо. Вот. Вот такой вот маленький ролик про прицеп. Оцените прицепчик. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.